Публицист Рашид Ибадов вошел в число победителей интеллектуального турнира «Умножая таланты» в номинации «Инжиниринг». В этом году участие в проекте приняли более 3000 человек из 8 регионов деятельности компании «Газпромнефть». Финал образовательного проекта «Умножая таланты» в этом году прошел в Санкт-Петербурге и собрал 88 участников. Ключевые мероприятия прошли на нескольких площадках в Центре цифровой трансформации «ЦИФЕРГАУС» в Санкт-Петербургском политехническом университете, в университете ИТМО и образовательном центре «Кванториум». Финалисты решали олимпиадные задания, участвовали в семинарах и мастер-классах, создавали собственные технические проекты, которые защищали перед профессионалами нефтегазовой отрасли. В предметном туре олимпиады одним из победителей в направлении инжиниринг стал десятиклассник из Муравленко Рашид Ибадов. Рашид Ибадов, инженер. Рашид учится в многопрофильном лицее по направлению софт-инженерия. С выбором профиля определился еще в 9 классе. Все благодаря профориентационной работе преподавателей второй школы, отмечает юноша. Теперь навыкам инженерного программирования обучают педагоги лицея. Кстати, именно они и подготовили Рашида к участию в престижном турнире. Там была не только физика, но также еще математика углубленная и еще информатика, программирование тоже. Задачи были сложные. Ты считаешь, что это лишь одна победа? Она весовая, потому что я приехал из самого Санкт-Петербурга, из финала турнира «Умножая таланты» от «Газпромнефть». Это уже, наверное, говорит о многом. Но я считаю, что это мало. Это лишь только одна крупная победа. Я считаю, что была победа достаточно больше, чем у меня. Поэтому я считаю, что нужно просто двигаться дальше и дальше совершенствоваться и подальше учиться. Благодаря участию в турнире Рашид определился с выбором будущей профессии, а еще выбрал вуз, в который теперь стремится поступить. Это Петербургский университет ИТМО. Но самое ценное, что приобрел лицеист, это бесценный опыт. Да, я получил еще больше опыта работы в команде. Я понял, что это далеко не очень легкая задача, и нужно работать слаженно, как часы, чтобы у вас все вышло. И в конце концов, новые знакомства и новые люди, которых я увидел, и новые специалисты, и эксперты, с которыми я также общался, когда мы были в экскурсиях в тех же Цифергаузе или в ИТМО. И это был бесценный опыт, который явно повлиял на меня как-то. Я надеюсь, что как-нибудь в следующем году попробую также выйти на финал вместе с командой. И думаю, что в следующий раз мы, конечно же, победим в командном туре. Поддержка и развитие в регионах деятельности компании, талантливой молодежи и помощь в выборе будущей профессии – важнейшие задачи проекта. «Газпромнефть» ведет системную работу в этом направлении – от школьной скамьи и до окончания обучения в ВУЗе. В Ноябрьске и Муравленко, например, старшеклассники профильных инженерных классов погружались в специфику реальных производственных практик в рамках специально организованных для них инженерных дней. Своими профессиональными секретами, советами, лайфхаками и способами решения нефтегазовых кейсов делились с ребятами руководители секторов добычи, планирования, бурения, инфраструктуры «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаза». «Газпромнефть» из года в год занимается не только своими основными направлениями деятельности, но и активно развивает новые технологии. Это требует постоянного контакта со всей экосистемой знаний в нашей стране. И, конечно, это требует подготовки компетентных кадров, которые приходят с новыми идеями, с новыми предложениями, с новыми смелыми гипотезами, которые компания берет в тестирование и в результате получает те прорывные технологии, благодаря которым мы и являемся технологическими лидерами по многим направлениям в области добычи нефти и газа. «Умножая таланты» – один из крупнейших российских образовательных проектов поддержки одаренных старшеклассников. Победа в нем дает до 10 дополнительных баллов при поступлении в ряд вузов. Олимпиада организована компанией «Газпромнефть» совместно с университетами из 6 регионов России в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В Ноябрьске и Муравленко интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проходит при поддержке компании «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз». Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.